здесь. Угу, угу. Вот, и пойдем, вот, показывай пальцы. А, вот сюда вот, да? Да, 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 вот, Оксан. А, здесь смотровая площадка, да? Ага. Да. Сарья-Лухт. Сарья-Лухт. Так называется залив. Сейчас смотри, какие это. Сейчас дойдем до смотровой площадки, и откроется весь вид, вот этот перевал Эль-Маврьёк, такой он интересный. И с этой стороны будет ущелье вот такое вот. А вообще тропа-то есть в Холливуде? Конечно. Яврьёк, священная река, вытекающая со священного озера. Сейд-Явр – это священный озеро. Ого, какая это шляпка. Ты не срезал там. Вот большие не... Да. А вот это крепенький, я ненавижу. О, красава. Что, давай, 10 кит. И там вон еще один. Пакеты есть. Мы сейчас пакет... Мы сейчас спрячем. Да, да, мы вот его на березку повешим. О, это не белый? Нет, нет, нет. Все, все дозором накрылось. Тихо. Тише, тише. Да? А, набрал. Покажи добычу, Николай. Слушай, ну грибы, конечно, здесь вообще сумасшедшие. Да, пойдете? Да, конечно. Легко, нет, ничего. Как первое впечатление? Вообще, конечно, такой под впечатлением, немножко в шоке даже. Природа эта первозданная. Вообще север красивый. Говорят, кто хоть один раз был на севере, потом никогда не забывает. Постоянно тянет. Есть такое дело. Как в сказке. Ели, лапы, дорожки. Да. Первозданные. Дима местный? Я, да. Здесь прямо родился? Да, ну я родился в Оленегорске. Ага. А так проживал, да, с детства здесь, в Новгороде. Угу. Часто сюда ходишь? Здесь каждый себе. Я делаю. Практически бывает день через день. А бывало день каждый день. Угу. Неделя много будет проходить. Угу. Людей играют много, поток идет туристов. Угу. Гуляем каждый день. Угу. Сейчас уже, конечно, подпало. Нужно менять маршрут, вокруг озера делать. Да, конечно. Вокруг озера это туда. Не однодневный тур получается уже. Трех дней. Одно озеро тоже неплохо. Да, это вот. Конечно, за день не пройдешь. Были необычные какие-то здесь ситуации? Необычные, это в основном не погода. Это, да, да, собственно, и, ну, как она часто меняется, вот это вот замечено. Угу. Thank you.
Светлое пятно, да, и вот на нем такой как раз пять. Они обратились к богам, и эти боги повлияли на него так, что из всей озера вышли лучи и впечатали его в стену. То есть вот такая вот легенда, которую я знаю. Какая? Мне рассказали другую легенду, что их там те же самые жили, у них погост тут был, и был воин, который влюбился в самочку. Как самочка, девочка? Это уже последний вариант. Сейчас по-любому. Вот, и хотел ее завоевать, и в общем тоже вот грабил. Постоянно тут всех уничтожал, и они обратились к шаману. Вот, и в очередной раз, когда он пришел с войском всех разграбить и убить, и шаман разозлился, направил на него всех духов, богов и впечатал его со всей силы. Николай уже второй пакет насобирал. Очень ему это понравилось. Вот это кто уже? Конечно. 20 лет от Трампита. Грит Егора. Что же там сделать? Прямо на тропе растет.